Привет, ребята. На обзоре сегодня такая экзотическая приманка, как спиннербейт. Немногие рыболовы используют ее, хотя она очень отлично себя показывает в заросших, закоряженных местах. Это спиннербейт, модель Micro King MC. Вес приманки составляет чуть менее 5 грамм, а если быть точным, сейчас скажу вам, 5 грамм, 4,9 грамма, что отлично подходит для спиннинга легкого веса. Спиннербейт был изобретен заокеанскими рыболовами для ловли баса более века назад и представляет собой раму из довольно прочной пружинищей проволоки, на верхнем плече которого зафиксирован лепесток, как у вращающейся блесны. На нижнем плече жестко зафиксирована джиг-головка с силиконовой юбочкой. Хотя бывают варианты, возможно, применения и твистеров, и различных силиконовых приманок. Также бывают схемы крепления не жесткого джиг-головки, а подвижного, так называемые кетчеры. Чем же интересна эта приманка? Прежде всего, отличная проходимость в заросших и закоряженных местах, при том, что поддев крючка находится в плоскости в одной с рамой, и во время проводки спиннербейт занимает положение джиг-головкой внизу, лепестком вверху. Получается, что отлично проходит заросшие, сильно заросшие водорослями места, где водоросли прям растут до поверхности. Это гибрид классической вращающейся блесны с лепестком и джиг-головки. Довольно странный на вид, неуклюжий гибрид непонятной конструкции. В природе не напоминает определенный кормовой объект, но отлично ловит рыбу. Щуку, окуня. Самое необычное из всех искусственных приманок, можно сказать. То есть ни на рыбку не похоже. Возможно, похоже на какое-то насекомое за счет подвижной силиконовой юбочки. Самый главный плюс – это отличная высокая проходимость. Также, возможно, подсадка как натуральных, нарезки, червя, что добавляет привлекательности и без того интересные приманки. Занимая вертикальное положение ко дну, позволяет эффективно применять ее в различных труднодоступных для других приманок местах без риска зацепа. И отличное раздражающее сочетание факторов как визуального фактора, то бишь вращающегося лепестка, также силиконовой юбочки, распушающейся во время пауз и рывков. Представлен в 12 различных раскрасках. Белый, темный, вот красный такой, отличный, сочный. Эффективно.
работающий по окуню. Основная проводка, естественно, является равномерка. Как по поверхности с высокой скоростью можно варьировать, так и погрузив его по дну и проводя более медленной проводкой. На паузах также возможна рывковая проводка подтяжкой. На паузах приманка погружается. На рывочках подыгрывает лепестком и своей силиконовой юбочкой. Снабжена приманка отличным крючком от компании Eagle Claw. Довольно острый, отличный крючочек. Сейчас вам продемонстрирую именно на фазе падения игру приманки. Также на паузе, вот что и интересно, что и на паузе она отлично играет, и на рывковых проводках. То есть основная проводка равномерка, но также отлично подыгровка происходит при рывках. Джиг-головка ориентирована к низу. Силиконовая юбочка распушается. На паузе погружается более медленно с эффектом парашюта за счет силиконовой юбочки и лепестка. Данная модель для легкого класса, хотя существуют спиннербейты и тяжелого класса. Отличные приманки с хорошей проходимостью в очень заросших, закоряженных местах. Не менее эффективны, даже более эффективны, чем другие приманки именно в таких проблемных местах. Обзор подготовлен для F-магазин.